И снова у нас 5 января сегодня. Что-то нас поперло поездить по нашим непонятным, или вернее понятным, что-то мне вход перегораживает. По торговым центрам, короче. Заехали мы в VR-мол. Правда, центральный вход. Вход закрыт. Блин, вход закрыт. Как так-то? Ну, пойдем до центрального, там еще есть дальше. Не повезло, я-то думал, парканулся возле входа. Ну ладно, недалеко дойдем. Надо, главное, запомнить, где у нас Е11. Запомнишь? Стараюсь. Блин, столько цифр, да, надо записывать. Собственно, тоже Екатеринбург, только северная его часть. Он какой-то светлый, как будто ангел снизошел, когда заходишь. Елка у них тут снаружи, я вижу. Просторненько, однако. Ну, кстати, здесь уже были как-то? В ковидные времена, помню, тут что-то по пропускам все было. А, трибунка, смотрите, прикольно. Люди что-то смотрят. На данный момент рекламу. О, это лифт у них, что ли, там? Точно. Так, поехали наверх. Love Project, ресторан. Угу. Проспект Космонавтов, 100... Сколько? 108, да. Мотоцикли. Слушай, нифига у него колеса-то. А, ну это специально, да. Не по дорогам ездит. 3 этажа у него. Это торговый центр. Снизу у него, по-моему, спар продуктовый. Ну, фирмы все те же самые, я думаю, будет. Да, Finflyer был. Это вот, как мы были в Гринвиче. В этом, в пассатижах. В пассажах, вернее, да. Пассатижи, я не знаю почему. Но здесь я заметил, здесь не скрывают истинных имен своих, ну, в плане маркировки. Потому что, видишь, Love Republic тут, то есть все есть. А там LV, LR, Greenwich, вон, елка сверху еще одна стоит. Я чуть первый раз такое вижу. Смотрите, тут можно прийти поиграть в теннис маленький. Круто. Сумочки, шапки-мохнатки. А, нет? Нет, сумочки. Кресло, массажер. Французская булочка на колесах, что ли? А в чемодане двигатель сзади? Так смешно смотрится. Слушай, прикольно. Для меня прямо это космический корабль какой-то. Да, педальки там есть. Ну-ка, спереди какая-то турборакета. А, так спереди, вот она, дверь, я дверь ищу. БМВ. Немцы. Офигеть. На турборакета. Это же прикольные такие тачки. Даже антенка есть для радио. А это с откидным верхом. На лодку похоже. На. Тема. Ой, ну это по-любому наше. Вот. Все, что квадратненькое, это должно быть наше, мне кажется. Хотя, может, не угадал. Но интересно смотрится. Такой вездеходик. Ага, это американец. По ходу дела, рейнджер. Кленс хрен прочитаешь, но не буду читать. О, ничего себе. Ой, тут еще одна елка. Я поближе посмотрю. Слушай, тут елок прям больше. И такой снег лежит он на куполе стеклянном. Сцена еще одна. Паровозики катаются. Ну да, тут елочка как-то поинтереснее смотрится. А, тоже разборная, наверное. Ну да. Все искусственное. Сфотографируй нас вот так вот. В шаре? Ты хочешь, чтобы мы сфотографировались в шаре? Идем дальше. Французский пекарь. А, кстати, да. Типа в троне, в кресле. А, сейчас пекарем запахнет, нам нельзя. Ну, тебе-то можно, мне нельзя. 3 килограмма-то надо сбрасывать, которую я наел. 7900 уже. Блин, а я-то нифига не снизил. Даже вчера то, что не ел целый день. Ну, уйдет. Очень спокойная музычка играет. Кстати, зеленушечки здесь побольше. Видите, вот такие вот сидушечки прикольные. Места тут много. Очень, кстати. Вообще, в этом плане хорошо.
и народу немного. Kochenlandhome. Что-то немецкое. А, кухня, нифига. Звание не прячет. Нью-Йоркер. Так и есть Нью-Йоркер. Кстати, он тут громадный тоже. Достаточно. Цены не снимаем, просто прогуливаемся. Нам ничего не надо. У нас типа все есть. Просто смотрим, что есть. Единственное, в продуктовый зайдем потом. Товары для дома. А, Галамарт. Ну, Галамарт. Все, наверное, магазин знают. Кстати, как вам, ребят, Галамарт нравится, нет? Я почему-то как-то нейтрально к нему. Обратите внимание, Литуаль какой красивый здесь. Вообще классный. Выглядит. Украшенный весь такой. Столбы телевизора. Классно. Так, ну и я предлагаю пойти наверх. Да. Подняться наверх и там обратно пройти. В принципе, практически весь пройдем. Simple Coffee. Мы подняться, увидели здесь продуктовые. Нам как раз в него надо, пойдем зайдем. Симоленд? Подожди, да как Симоленд, когда тут продукты? А, нифига себе, представляете, здесь есть Симоленд. Симоленд, который мы ездим отдельно в районе Кольцово за Екатеринбургом. А здесь он, получается, отдельно есть. Может, мини. Вот он, Симоленд. В общем, вкратце, здесь куча всяких, хотел сказать, безделушек, но нет, как правильно назвать? Штучек-дрючек. Там, для Нового года, там, не знаю, там. Короче, штучки, которые ты в обычных магазинах не встретишь. Тут и мелочевочка такая интересная. И не мелочевочка, и елочки. Короче, всякое. Барахлишка. Да что мне такие слова от них? Короче, подарочки можно подобрать. Вот. Собственно. Ну, ящичек. Родителям можно подарить. Будет ящик картошки, типа, да, там. С мандаринами. Ну, кстати, ящик с мандаринами. Прикольная тема. Кстати, ящик под мандарины. Блин, ребята. Ралина тут идею придумала. Наверное, деревянный ящик кашпо называется. 162 ящик кашпо. Ну да, не, ну просто под мандарины прям новогодняя тема, типа Дед Мороз тебе привез. Тема. Кстати, этих ящиков тут вон сколько всяких, и с ручкой есть, и без ручки есть. А что еще можно туда полезного, интересно, этот ящичек покласть? Корзиночка, кстати, тоже под фруктики, да? Корзиночка, тема. Фруктовый набор можно купить. Ну да. Корзина плетеная ива. Экстремально крепкий чай. Настоящий мужчина. Почирикаем за чаем. Елка наредин. Употреблять, когда украшаешь елочку. Раз, два, три, елочка горит. Антижиротин. Активити. Употреблять, когда уже невозможно втянуть. Помогай, держи себя в руках, а живот в штанах. Мозги чайных один. Мужа находим. Экспресс. Таблетка шоколадная, с шеломительным эффектом. Не туплю, он, видишь. Вкусный шоколад. Пендальгинов есть. Старая клюшка. С днюшкой старая клюшка, прикинь. Любимый учитель, самый лучший, маме. Тёлку находим, Альфа. Тема. Тема. Мне сказали слово тема, не говорить. Вот именно пореже. Что. Все, ребят, вырезать не буду, но постараюсь больше не говорить. Каждый раз, когда я буду говорить тема, меня как будто током будет ударять, да? А, нет, давай ты мне под попу рукой. Пинком? Не, рукой. Давай? Давай. Тема. О, все, я понял. Тем, кто пережил новогоднюю ночь, пицца к твоему праздничному столу. Курс рубля. Люди говорят, что ты лох. Предсказание от Павла. Ох, я тебе сейчас предскажу. Да. Так, тут у нас что? Что за порошок? Наполнители бумажные.
Короче, надо что-то моим родителям. От родителей надо купить. Видео позже все равно выйдет. Не, подарь точно. Алмазная вышивка. Алмазная мозаика. Всякая-всякая химия пошла. Бокалы, кружечки. Подсвечники. Тарелочки всякие. Картины там, да? Здесь уже колбаса, сыр пошла. Тарелка раштанская. Прикольно выглядит так-то. Чайник раштанский. Классно. Ну, там родине возьмем, то у него дочка старая уже. Скажем так, все-таки Симолет, который оригинальный, большой, там все-таки всего больше, здесь по минимуму, так скажем. Вот мы хотим выбрать какие-то декоративные штучки, которые можно там на стол ставить, там еще куда-то. Мы их тут найти не можем. Я его потерял, он тут прячется. Что нашла? О, конфеточки. Конфеты с ликером. Да ладно. Вишня в ликере, ананасы, шампанское, лимон, лимончелло. Я вам кого-то стоить хочу. Маргарита, мохито, малина. Так, фруктики. Мне вот интересно, тут дороже или нет? Чем у вас, например, в магните там, да? Апельсины 129, лимон. А, так пойдем мы по винограду пройдем. Мы же с тобой виноградные души. Только я что-то винограда здесь. Вон он, весь запакованный. Вон. Да, виноград тут дороже намного. 399 Red Globe. Хотя этот же Red Globe в магните стоит дешевле в 4 раза. 169 зеленый листовой. Не, пойдем еще пройдемся, по-любому есть еще. Нет, виноградика-то больше здесь нету. Что это? Кокос. Цукаты из кокоса, прикольно. Орехи. А что за лепешечки? Жир сушеный. Хурма сушеная. Да, прикольно, да. Ну, тогда в магнит зайдем, я думаю. Да, за продуктами. Что-то как-то здесь ценник. Конечно, не на все, но космический чай, да, всякие. И ты задумалась, а конфетки или набор чая подарить? Да не, конфетки они, вон, рыженькие они, прям нормальненькие. Ничего мы из продуктов не стали покупать, досочку только, ну и Ралина, подарок родителям купила. Так, и, ух ты, кран какой там сверху. Сейчас поедем наверх, пройдемся по второму этажу и на выход, собственно. Не стали покупать, потому что все-таки магнит, который рядом у нее дом, там намного все дешевле. Как и обещал, вскоре еще сделаем разницу цен в магазинах, которые, например, одной и той же фирмы. То есть магнит, например, да, в центре, там Екатеринбурга, и на окраине. Также либо в Арамиле, либо в Серте. Но это попозже. Где будет? Какие масштабные тут виды, однако. Ну, кстати, он неровно едет, да, заметила? Тянет вперед и назад эскалатор. Охара. Стольник. Кстати, стольник. Спортмастер. Нормально. Фандей. Веселый дэй. Слушайте, ну вот первый раз, когда мы здесь были, тут отделов мало было. Сейчас уже отделов, ну, побольше, я бы сказал. То есть все-таки сюда приезжают, заселяют. Посмотреть, как они сверху смотрятся. Эти штучки. Это подушечки просто. Видишь, какие-то.
как шары, да? Ну да. Надо попробовать упасть на них. Зенден. А вон, кстати, в этом, как в Гринвиче, видишь, тоже ЦР. Может, сюда это тоже переходит? Эти названия такое, типа, сокращенное. Хотя это кроп, наверное. Да, это кроп. Скорее всего. Да, дальше пойдем. А там спустимся в конце, как раз. Ну, что-то мне как-то он это поприятней показался, чем Пассаж. Я бы сказал, даже Гринвич. Здесь как-то свободно дышится. Здесь просторно. И все беленькое. Ну, такое не беленькое, а светленькое. Единственное, конечно, видишь, потемнее из-за того, что на крыше снег. Ну, тут им как убирать, фиг его знает. Вот как-то Гринвич более какой-то темный. Такое ощущение, как будто где-то в подвале ходишь глубоко. Ну, такой свой город. Гринвич, конечно, больше. Но где ходить места меньше. Там магазинов, наверное, больше. Но здесь прям такой простор. Я прям здесь муравьишкой себя чувствую каким-то. Я вот не понимаю эту тему. Под елочку класть типа подарочки. И все это типа, потому что это просто коробочки. Как-то попахивает легким обманщиком. Обманщиком. О! Понятно, что красиво смотрится, но что-то как-то это... Мне кажется, можно без этого. Хотя, может, это я такой вот, как вам сказать-то, зануда. Зола. Ну, я реально не понимаю. Ну, музыкальное сопровождение, конечно, играет вообще большую роль. В таком, знаете, безмолвии ходишь под такую музычку. Ух ты, сторы. Магазин сторы. Бездымных систем. А, это куреха электронная. Ну, короче, будем сейчас выходить. И самый главный вопрос. Какой у нас номер стоянки? Е-11. Да ладно, ты запомнила? Да. Ну ладно. А я забыл уже. Вообще капец. О, можно, видите, отдохнуть, мультики посмотреть. Круто. Даже вначале не заметили, тут гардероб есть. Вот, а тут, наверное, вход, он не откроется. А, нет. Я прочитал там выход, я думал, это не откроется. Ну, на этом, ребята, все. Пишите, звоните. Ой, ну, в смысле... подписывайтесь и так далее. Мы пойдем в машинку. Всем удачи. Пока-пока. Всем всего самого хорошего. Е-11. Сейчас проверим. Причем Бородина угадала, да, с местом. Теперь надо понять, где тут отсюда выезд. Вон туда едет, кстати. Ага, вижу, да. Выезд. Под всем торговым центром большая-большая стоянка подземная. Так, а мы куда-то едем. Куда, пока не понятно. Ну ладно, куда-нибудь выйдем все равно. Торговый центр так сбоку выглядит. Западная так, часть. Так, ребят, он выглядит спереди. Снаружи. Магните Варамиле. Помните, я Red Globe вам показывал? Там сколько? 500 или 600 был? Вот он. 145. Вот она, разница расположения. Магните. Надо проверить. А, здесь не наклеится. Сколько у тебя? Виноград. Килограмм 516 грамм. Тут килограмм 498. Перец. Да. То есть повнимательнее. Короче, надо придираться, видимо, к ним. Так, перец 190 грамм. А здесь 210 грамм. Это магнит такой, обманщик. Вот это на 6 рублей магнит. Тут получается еще на 7 рублей. И вот так набирается.